Какой образ выбрать, чтобы быть в тренде и при этом подчеркнуть свою индивидуальность? Что с чем сочетать и какому макияжу отдать предпочтение? Парни, можете просто смотреть и восхищаться красотой, а еще берите на заметку, как понять девушек и моду. Одежда на самом деле это очень важный инструмент общения и коммуникации, потому что это такая невербалика, которая очень важна, потому что прежде чем мы вступаем с человеком в диалог, мы его считываем по одежде. И что очень важно, что человек хочет этим сказать. Оверсайз, объемные вещи, приталенный силуэт, пиджаки, жакет, мода из 90-х, расширенная форма плеч, треугольник и пояса на бедрах. Все это можно носить. Стилисты говорят, главное – насмотренность и актуальность. Обращайте внимание на новые коллекции, смотрите показы мод, не обязательно полностью повторять супермоделей, просто берите направление, а дальше фантазия. Я вдохновилась образом Беллы Хадид, который вчера был на показе Шанель. Вы знаете, что подиумные образы всегда очень утрированы, но я интерпретировала для повседневной носки немного по-своему. В тренде прежде всего самый главный цвет, наверное, до конца этого года – это красный, борщовый, свекольный, бордовый, как угодно его кто может называть. На самом деле этот цвет тоже подходит всем, как правильно выбрать красный цвет. Мы берем два цвета, теплый и холодный. Они всего лишь отличаются только температурой. И к портретной зоне представляем этот цвет. Сначала один. Если мы видим, что у нас недосыпы, морщинки и так далее, уберите этот оттенок. Если вы другой цвет приложите к своей портретной зоне, и вы увидите, что у вас свежее лицо, появился румянец прекрасный, то тогда это ваш оттенок. Дело на самом деле в температуре. А красный цвет подходит абсолютно всем. Поэтому Total Red в этом сезоне – это самое актуальное. Если раньше говорили о том, что маленькое черное платье, в этом сезоне – это маленькое красное платье. Так как у нас актуален в этом сезоне стиль офис-кор, и вот такие юбки-карандаши, которые немного чуть выше коленочки, либо коленочка в тени, либо чуть ниже коленочки, очень актуально, особенно с разрезом. Тоже очень здорово смотрится, тоже попробуем примерить. Наше красное платье, мы посмотрим, подходит, не подходит. Зеленцу не уходит лицо? Уходит, не наш цвет. На прогулку, в офис, на свидание, встречу соберем пару образов для выхода. И не бойтесь экспериментировать. Я кое-что нашла. И, кстати, по-моему, это на скидках. Обратите внимание, в этом сезоне очень актуально будет замша. Замша будет актуальна как и в плечевых изделиях, так и в поясных изделиях. Вот это прям топ. Она укороченная, это кропнутая, как мы и говорили. Укороченная замша, очень приятный цвет, очень круто будет сидеть по фигуре. И это по крою как бомбер, полуспорт. Очень интересно будет смотреться, мы, наверное, его отнесем и примерим. Даже возьмем. Да. Мы еще вот это возьмем. Угу. Чаще заглядывайте в мужской отдел. Здесь есть вещи, которые круто сочетаются с женскими, дополняют детали в образе, и он становится не таким скучным. Еще в этом сезоне актуальные зипки – это топы со змейками и поло. Это тоже берем. К этому образу, конечно, у нас те носки, которые у нас, которые есть, на самом деле сюда очень подойдут хорошо. Капроновые гольфы. Это стоит копейки, но тем не менее это всегда делает образ очень актуальным, очень интересным, хочется рассматривать. Это носки, возможно, даже серые. Это колготки могут быть. Буквально вчера на Миланской неделе моды был показ Miu Miu. И стиль преппи, который сейчас актуален безумно несколько сезонов, вот и все благодаря Miu Miu. И мы просто взяли образ показа и его адаптировали, используя те вещи, которые мы нашли в магазине. Очень много запросов у девочек по джинсам. И в этом сезоне мы выбираем максимально широкие вот эти
быть максимально широкие. Если они напоминают крой даже вот немного дугой, это то, что надо. Такая зеленца, это тоже очень здорово смотрится. Понабирали. Еще актуальные джинсы вот, вот такого синего сырого денима. Вот такой синий классический, это тоже очень актуально, поэтому кто не любит протертости, дырявости и любит более классические, это сейчас очень актуально и тоже на пике. Базовая футболка, расширенная, подойдет даже к пятничному дресс-коду, под жакет, под пиджак, вот под такие юбки офисные и, кстати, под ретро-кроссовки. Для создания такого гранжевого образа, конечно, нужна рубашка с более крупной клеткой, да, такая рубашка-лесоруба, скажем так. Нет у нас мужчин, с которых мы могли бы ее снять. И вот она здесь была бы очень классно смотрелась, вот с такой кропнутой курткой, с футболкой, которая классно работает. Топ этого сезона – винил и кожа. Ага. Вот винил и... Ой, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Сейчас мы будем собирать наш свекольно-борщовый образ. Это не только про визуал, но еще и про внутреннее состояние. Как это отражается на внутреннее состояние, особенно вот у девушки? Это, наверное, скорее всего, про внутреннее, наверное, про внутренние лады с собой. Да, то есть каждая уважающая себя девушка, она знает, что ей подходит, что не подходит. У стилиста вообще есть такая фишечка между собой, открою вам секрет. Если девушка после 25 приходит с запросом, говорит, я не знаю, что мне подходит, я не знаю, что мне нравится, то с таким человеком никогда не будут работать. По одной простой причине, потому что все, что бы ни предложили, все будет не то и не так. Поэтому девушка, в принципе, сформировавшаяся, она интуитивно понимает, что ей подходит, что ей не подходит. И, конечно же, одежда – это тоже инструмент для того, чтобы привлечь мужчину, подняться по карьерной лестнице, удивить подруг. Поэтому тут нельзя недооценивать. С образами разобрались, теперь перейдем к макияжу. В первую очередь макияж – это, конечно же, про уверенность в себе, потому что когда мы утром встаем, мы все мечтаем зайти в этот мир с широкой улыбкой. Макияж – это настроение, которое мы дарим себе с утра, собираясь на работу. Это самовыражение, уверенность в себе, то в том, что ты войдешь в этот мир с красивой улыбкой и с полноценным красивым образом. Вот ты когда красишься, как ты себя ощущаешь в принципе? Вот ты вообще бываешь без макияжа в жизни? Когда остаюсь дома, конечно же, я стараюсь не наносить макияж, а наоборот, дать лицу отдохнуть. Это тоже очень важно в макияже, между прочим, уход. Но, естественно, когда я собираюсь на работу, моя сфера красоты все-таки позволяет мне выглядеть всегда как на праздник. Поэтому, да, естественно, макияж каждый день на работу – это залог успеха моего. Что сейчас в тренде в макияже? Что нужно выделять и на что больше делать акценты? Один из главных трендов этого года – это сияющая увлажненная кожа, чистая кожа, как говорят, богатая кожа, когда мы можем себе позволить не скрывать ничего. Подчеркивается она сияющими какими-либо элементами в макияже, то есть ценится натуральность этого образа. Ну и, конечно же, мода возвращается, 90-е на пороге снова. Это четкий контур темных губ, это такие дымчатые серые глаза. То есть все циклично, поэтому некоторые тренды, они возвращаются еще из вот глубин. По сне на
макияже мы не налегаем на контуринг. Это максимум румяшки, немножко сияния, это хайлайтер. Обязательно подчеркиваем линию ресниц. Конечно же, прокрашиваем ресницы, это может быть даже коричневая тушь. Линия бровей натуральная, не перебарщиваем с графичностью. И губы увлажненные, красивые, сияющие. У нас добавились стрелки. Это уже про работу, про выразительность взгляда, про строгость. И на смену блеска на губах у нас добавляется четкий контур и помада поакцентнее, темнее. Вечерний макияж допустимы акценты как на глаза, так и на губы, поэтому мы все-таки сделали томный красивый взгляд. Немножко добавили сияющего пигмента для акцента. И здесь, если у нас уже матовость на глазах, то я считаю, что будет уместным добавить немного блеска и глянца на губы. Женственный и оригинальный образ для тематической вечеринки или семейного ужина, на работу или для прогулки. Как сверкать в этой жизни, решать только вам.